Opel опубликовала видео, в котором директор компании Майкл Лошеллер поделился своими впечатлениями о новом поколении кроссовера Mokka. Новый Mokka построен на модульной платформе CMP, которая лежит в основе Peugeot 2008 и ряде прочих моделей PSA Group. Он позволяет устанавливать не только двигатель внутреннего сгорания, но и электрические установки. Однако CMP не предполагает установку системы полного привода. Также в компании обещают, что переход на новую платформу позволит уменьшить снаряженную массу кроссовера сразу на 120 кг. Вдобавок, не последнюю роль в этом сыграет и переход на трехцилиндровые агрегаты, которые по аналогии с родственными моделями Peugeot и DS будут ставить на базовые версии, тогда как у прежнего Mokka были только рядные четверки. При этом кузов станет жестче на 30%. Также новинка будет совершеннее не только в техническом плане, но и в плане дизайна. За основу взята концепция отсечения всего лишнего, простые линии, образующие лаконичные формы, минимум физических органов управления и элементов декора. Так, на опубликованном видео показывается ряд особенностей дизайнерской концепции, в числе которых стилистический элемент Opel Visor. Радиаторная решетка с подсветкой логотипа и головная оптика представляют собой единую панель. Вдобавок на видео можно заметить задние фонари, обновленный шильдик модели на крышке багажника и колесные диски. Производство нового Opel Mokka начнется в четвертом квартале. В продажу машина поступит в начале следующего года. Относительно появления модели на рынке России конкретики пока нет. Это видеоверсия сайта Trantas News. До скорого!